Здравствуйте, с вами Валерия Макарова, и я расскажу вам о главных новостях спорта к этому часу. Серебро из Швейцарии, самарец Максим Телицын, призер Люцернской регаты. Промежуточные итоги. Пляжные крылья Советов выиграли только 2 матча из 10 на чемпионате России. Отбоксировали достойно. 3 спортсмена Самарской области пробились на чемпионат России по боксу. 3 боксера Самарской области победили в турнире по боксу памяти братьев Герасимовых. В этом году он стал чемпионатом Приволжского федерального округа. Победители получили право выступать на чемпионате России. Он пройдет в сентябре в Грозном. В чемпионате ПФО 2017 выступали 86 боксеров из 15 регионов. Победив в финале, право представлять Самарскую область на чемпионате страны завоевали 3 спортсмена. Представитель школы «Ринг» из Безенчука Ахмед Валиев, вернувшийся в спорт после тяжелой травмы ноги Василий Веткин из Новокуйбышевска и тольяттинец Вахит Аббасов. В Казани завершился 2-й этап чемпионата России по пляжному футболу. Самарские «Крылья Советов» одержали в нем 2 победы в 10 матчах и занимают 8-е место из 9 команд-участниц. Задача для «Крыльев» на 3-й тур выглядит сложно выполнимой – войти в 6-ку сильнейших и попасть в суперфинал турнира. Самарец Максим Телицын завоевал серебро на 3-м этапе Кубка мира по академической гребле. Его называют «Люцернской регатой». В медальном зачете сборная России заняла 10-е место с 3 серебряными и 1 бронзовой наградой. Для 26-летнего самарца эта медаль стала уже 2-й в этом сезоне. До этого Телицын победил на чемпионате Европы в Чехии в составе того же экипажа. Его золото оказалось первым в истории академической гребли Самарской области. Это были все новости на сегодня. И помните, спортом лучше заниматься, а не говорить о нем.